Всем привет! Это проект Кейт Клип. Сегодня у нас хауту с Юрой Дорошенко. Будет пробовать Олли. Он впервые у нас выбрался в стрит. Совершенно недавно встал на доску. Всем привет! Я Юра, мне 34 годика. Катаюсь на скейте второй раз. Сегодня будем учить, наверное, Олли. Днем я айтишник из Москвы, а вечером я продюсирую KK Flip. Катя меня тренирует, и Катя меня снимает. Что такое, по сути, Олли? Надо научиться доверять передней ноге, правильно ее расслаблять, чтобы доска выходила в вертикаль. То есть отсюда, по сути, вот щелчок, когда ты щелкаешь, вот она уже все, она подлетела. Дальше у нас передняя нога просто выпрямляет доску обратно. Передняя нога должна расслабляться не просто вот так вот вверх, это неправильно. Видите, у меня как бы плечи уходят наискосок. Это одна из тех ошибок, когда люди делают ракетное Олли. Вот, для этого нужно ногу научиться расслаблять вот внутрь. То есть, вот если вы будете ногу вот сюда расслаблять, то это будет маленькое Олли. Здесь надо расслабить и как будто дотянуться вот этим местом до ноуза. После чего вы просто ногу возвращаете обратно. Ногу расслабили, дотянулись вот до сюда. Только это расслабление должно быть не вот в такой позиции, а вот в такой позиции. Расслабил, дотянулся и просто вернул ногу обратно. Да, вы можете делать Олли через заднюю ногу, через переднюю ногу. Это, например, для мэнула или для ноуз-мэнула. Но в идеале, если мы просто хотим там приземлиться в ступенек или сделать четкое Олли, надо хотеть приземлиться в болтике. Попробуем вначале такую упражнюху, подготавливающую, чисто для передней ноги, чтобы ты ее спокойно расслаблял и доставал тейлом до пола. То есть вот такая штука должна получиться. Прыгать пока не нужно. Ногу прослабляй, только передняя нога вот расслабилась. Юра, поставь ногу переднюю чуть поглубже. Вот эту ногу поглубже положи, чтобы ты ей мог доску выпрямлять. Эта нога на самый край тоже ставить не надо. Визуально себе здесь кружочек нарисуй просто в тейле. Поставил ногу, и у тебя задача не просто там вот как-то на рандоме или на стопом работать, а именно вот этой частью дотронуться. Иначе она у тебя будет как будто подкручиваться. Типа задняя нога вот сюда прям. То есть не надо в самый край пока ставить. А эта нога вот до болтиков и прям вот до сюда ее ставь. Смотри сейчас на мою ногу. Я прям хочу сюда дотянуться. Вот этот момент расслабления ноги, если я его делаю правильно, но медленно, то у меня, по сути, нога вот эту будет туда уезжать. А это надо как раз быстро сделать, как будто тебе вот сюда ногу подбивают. Олежечка, пошла. Ну и такое бывает. Приседания, типа прям вот плечи сюда уводишь. Тут как раз мне надо присесть внутри доски. Поглубже ее. Ой, почти было. У тебя вообще, по сути, как бы правильное, ну, такое ровное Олли. Это вот ты переднюю расслабил, начал чуть-чуть выводить, заднюю поднял на тот же уровень, чтобы прям на две ноги приземляться. Вот это хорошее было. Ой, хорошо было. Вес вот в двух ногах постоянный. Прям до самого того момента, когда у меня передняя нога расслабляется. Если я буду как раз поднимать вот это плечо, у меня будет вес уходить из-под передней ноги, она поэтому и летит или ракетой, или просто из-под тебя. И здесь тоже смотри, в момент прыжка главное попасть в эту фазу. Начинаешь выпрыгивать, то тебе надо щелкать, ногу переднюю расслаблять в тот момент, до того точнее, пока ты полностью не выпрямился. Во-во-во. Иначе такой будет момент, что ты просто от нее оттолкнешься. Плечом старайся вот этим находиться над вот этими болтами. Внутри доски прям плечами сиди. Если ты плечи держишь в доске, то ты, по сути, и приземлишься в доску. А если у нас плечи начинают вываливаться, неважно куда, мы вываливаемся из доски или она нас сбрикивает. Во-во-во.
Еп! Вот, сейчас, смотри, чуть перенаклонился вперед. Ну, были хорошие, давай попробуем на ходу. Доверился только этой ноге в основном. Ну, к этому ноги привыкают со временем. Когда вы ездите, когда вы тыкаете просто досочку, вы привыкаете, ноги привыкают, мышечная память, все дела, становится проще. Ой, кикфлип пошел! Подпрыгиваете, вес не убирается с ноги, идет просто постепенный как бы подъем корпуса наверх и расслабление именно передней ноги, задняя сама достает до пола. Плечи расположи внутри доски, Юр, и вот в этот момент ногу расслабляй. Ноги не выпрямляй, на мягкие коленки. Но уже было, на ходу, уже было. Сейчас уедет, сейчас будет. Ай! Ну поднимаешь доску, даже без щелчка поднимается. Столько наездов, плечи внутри, ноги, hands down. Ой! Почти. Ага, да, еще. Вот присядь чуть-чуть. А теперь вот здесь у тебя потолок. Вот рядом, видишь? Вот и не поднимай плечо. Вот, ну, старайся ногами доску именно. Микроолли сделай, не боись. Расслабляй свободнее ногу. Просто прям свободно ее. Вот, вот, вот. Хорошее было. Ну, по сути. Олли сделан, осталось добрать это дело на ходу и тренировать, пробовать запрыгивать, перепрыгивать, спрыгивать. И таким образом Олли будет у вас, у всех воспитываться. Давайте щелчок приклеим туда по звуку. Ой! Все, прямые плечи и, да, и доверчивая передняя ножка. Сейчас будет, Олли, на ходу. Олеха на ходу. Юр справился с Олехой за час. Вот что значит мозг.